Обзор на электровелосипед Крузер. Рама велосипеда алюминиевая, амортизаторы с ходом 80 мм и штаны литые. То есть амортизаторы очень надежные. В комплекте идут крылья металлические, также очень яркая LED-фара. Заднее крыло, багажник. Плюс ко всему в подарок надежная подножка. Тормоза на велосипеде механические дисковые, с хорошей эффективностью. Переключатели Shimano, Tourney, такая вот монетка. Также ручка газа, электрощиток приборов, где можно управлять LED-освещением, в принципе, управлять самим велосипедом. Показывается различная информация, такая как максимальная скорость, пробег и так далее. Присутствует звуковой сигнал. Задний переключатель также Shimano Tourney. Всего тут 7 скоростей, мотор на 500 Вт. Покрышки Kenda хорошего качества. Колеса 20 на 4, то есть 20 диаметр и ширина покрышки 4 дюйма. Сейчас покажу вам мотор, он на 500 ватт, хорошо разгоняется, максимальная скорость 50 км в час. Аккумулятор на 10 тысяч миллиампер, съемный, также мощность 48 вольт. За счет чего велосипед очень резво разгоняется. Аккумулятор съемный, защелкивается, закрывается, и присутствуют в комплекте такие ключи, которые не позволят украсть у вас аккумулятор. Также велосипед заряжается, когда аккумулятор вставлен. Велосипед имеет такую функцию, как помощь при педалировании, то есть вы крутите педали, и велосипед благодаря мотору помогает вам с этим. Тем самым не так сильно расходуется заряд, и ехать становится очень просто. Велосипед полностью складывается, также регулируется руль по вылету, вверх-вниз, и руль можно очень просто сложить для транспортировки или хранения дома. Также складывается рама подобным механизмом. Защелка открывается, и велосипед можно сложить. Велосипед очень компактный. Все показано на фотографиях. Запас хода данного велосипеда 70 км. Максимальная скорость 50 км в час. Максимальная нагрузка 150 кг. Велосипед просто бомба. Также представлена еще одна моделька на литой раме. Тут чуть-чуть другой аккумулятор. Также мотор на 500 Вт. И колеса уже не как у фэтбайка, а обычные 27 колеса с классическим протектором. Также покрышки Kenda. Литые амортизаторы, LED освещение. Shimano переключателя и такой же электрический щиток приборов. Аккумулятор тут также 10 тысяч миллиампер часов, только на 38 вольт. То есть чуть менее резвый. Рама также алюминиевая, она идет тут литая. Такой мотоцикл.